Дорогие друзья, всем добро пожаловать с микрофона по-прежнему Рамзес. Друзья мои, возвращаемся в квесточку и сегодня продолжаем играть на сервачке зомби-пушка. Здесь вышло новое зимнее обновление. Вам этот сервачок, я посмотрю, понравится, поэтому сегодня поснимаем на нем. Думаю, вы наберете достаточное количество лайков, чтобы я продолжил, в принципе, снимать здесь. Поэтому, друзья, перед началом ролика обязательно ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал и, конечно же, нажимайте на колокольчики, чтобы смотреть мои видеоролики первыми. В принципе, друзья, у нас вот такая моделька Хаммера, очень красивая, я считаю. Если вам нравится, также поставьте обязательно лайкосик. Сейчас мы посмотрим ножи, все ножи заменены, елочки поставлены, все новогоднее, все очень красиво и все очень-очень круто. Так, погнали по ножам пройдемся. Снежинка для випов, топор волка для, также для випов. Лазер X-Mask, блин, нас заразили, антидот берем. Так, джетпак, кстати, у нас вот такой прикольненький. Так, дальше смотрим. Дальше лазер X-Max, вот такой вот тоже прикольный, в стиле новогоднего. Чейсер для админов. Далее у нас идет, блин, не так прописал, к сожалению. Дальше у нас идет ветки X-Max для боссов, получаются вот такие веточки. Также новогодние, также очень красиво. Вархаммер Холли X-Max для властелинов. Вот такой, друзья, просто чудесный. И Вархаммер Лед для главных админов. Вот такой. Ну, мне больше всего, конечно же, нравится Холли. Он реально очень крутой. Напишите также в комментариях, какой вам нравится больше всего. Я обязательно ваши комментарии пролайкаю. То есть, и посмотрим, что кому нравится больше. Так, улетаем на паутиночке. Лимит брони здесь 250. Гранатки нам нужно все выбросить, в принципе, чтобы они нам не мешали. И заморозочку. Елочки, такое все красивое. Снеговики, друзья, просто замечательно. Такая атмосфера Нового года. Кстати, уже сегодня вторник получается, да? Завтра уже, друзья, среда, то есть и в субботу уже 1 декабря каникулы будут. Ой, каникулы говорю, зима уже начнется, то есть это реально годная тема. И, ну, блин, мне реально настроение чуть-чуть поднимается. Так, давайте, друзья, посмотрим цены на привилегии. Можете поставить на паузу, в принципе. Цены здесь очень дешевые, низкие. Скидки 90% до конца месяца. Заходи быстрее на сайт, вот указан. Ссылочка будет, в принципе, также в описании. У кого заинтересует, можете зайти и приобрести привилегии, кому какая понравится. Так, по менюшечке здесь давайте поставим бесконечные патроны, купим себе. Нет отдачи, купим себе. И по автоматикам здесь вроде бы все дефолтное. Блин, это дробовик такой, кстати, прикольненький М2. Так, броню по-новому закупить нам нужно. Так, а где она? У нас ВСКшка с вами. Вот, ВСКшка Лего такая. А, блин, она здесь забаганная, к сожалению. Плохо стреляет. Поэтому давайте тогда с меню привилегий какую-нибудь возьмем пушку, наверное, да? Меню ВИПа. Так, паки броню жизни возьмем. Здесь пушки такие себе через меню админа. Также паки броню жизни через менюшечку босса. Возьмем с вами также паки броню жизни. Аирбустер. Вот можно, в принципе, с ним поиграть. А вот эта пушка прикольно выглядит и дамажит, так сказать, тоже неплохо. Можем, в принципе, вот сюда куда-нибудь встать и посмотрим, что зомби будут делать. Снеговики, кстати, вот эти летают. И поэтому очень сложно с ними, так сказать, поддерживать контакты. И нужно вот будет сейчас нам вот так валить этого зомби. Мы валим, друзья, просто стреляем, мочим. Сейчас этого добьем по-быстренькому. По-быстренькому, я сказал, добьем. Все, завалили. И дальше на джетпачке нашем. На джетпачке, да, на джетпаке с вами улетаем. Закупаем по-новому броню. С меню властелина паки броню жизни возьмем. И старчейзер здесь вот такой вот, как бы снайперка такая, со спецэффектами прикольненькими, красивенькими, очень круто выглядит. Так, моя мышка сейчас на заднем фоне, я думаю, вы это слышите. Так, давайте, где ты, братан? Опа, мы тебя сейчас подзорвем. Все, блин, как же смешно они передвигаются, реально, вы просто посмотрите на это, как же зомби передвигаются по-прикольному. Так, стреляем, надеюсь нас, вот, блин, я вот этого и боялся, что нас будут сейчас бить зомби. Так, 700 хп у кого-то, у тебя, братан? Так, да, значит у тебя. Не, ну блин, сервачок реально годный, друзья, заслуживает своего внимания. И через меню главного админа также паки броню жизни берем. А Феникс, черный дракон, что за черный дракон? А, вот это дробовик, который здесь со вторым режимом. Мы можем вот так накапливать энергии, потом бросаем на правую кнопку мыши, нажимаем. Так, с М24, друзья, я сказал М24. И просто на правую кнопку мыши. Где правая кнопка мыши? Вы чё, друзья? Давайте быстрее, быстрее направо. Вот, и на правую кнопку мыши нажимаем. И вот такие драконы подлетают и просто дамажат. Еще же джетпака берем и добиваем двоих. Просто ничья. Просто изи, друзья, реально тема годна. Так,
Что там дальше у нас? Ну, в принципе, вроде бы все, там менюшечка главного админа и все дела. Надеюсь, вам понравилась, друзья, такая мини-серия. Если хотите, чтобы серии были длиннее, подольше, ставьте обязательно лайкосики, подписывайтесь на канал и нажимайте, конечно же, на колокольчик. Все ссылочки будут в описании, друзья. С вами был я, как всегда, Рамзес, все дела. Всем удачи, друзья, всем пока. Спасибо за просмотр. Пока-пока.